В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». Сейчас трудится в районе областного арбитражного суда и сквера имени Устинова. В этой части расположится самая глубокая точка будущей линии метрополитена. Она достигнет уровня 28 метров. На указанном участке встретятся два тоннеля проходческих комплекса. Один пойдет от улицы Галактионовской, другой от Полевой. На улице Самарской появятся также водоотливные, вентиляционные и другие притоннельные сооружения метрополитена. Для этого понадобится вырубка части зеленых насаждений, но озеленение позже восстановят после производства всех работ. Над конструкцией будущего подземного сооружения деревьев быть не должно, поэтому участок засадят кустарниками и травой, а деревья высадят на соседних территориях. Среди актуальных задач остается и завершение расселения жителей домов, попадающих в зону метростроя. Новая станция завершит первую линию самарского метрополитена. После строительства подземка станет более востребованной. Театральная позволит горожанам без пробок с комфортом добираться с окраин, например, с Безымянки, до центра Самары и обратно, и чаще посещать театры, музеи и другие социокультурные площадки. Думаю, что крайне необходимо сегодня настолько быстрый темп времени, что метро решит очень быстро проблему доставки на работу, доставки там студентов в колледжи, в институты, ребят в школу. Действительно, очень быстрый темп времени, и метро – это будет спасение во многих ситуациях. Поэтому какие-то временные неудобства – я считаю, что нужно потерпеть.